Творческие коллективы из Кузбасса, Белоруссии, Казахстана, столичные труппы в онлайн и офлайн режиме покажут свои постановки. Вторую неделю в регионе проходит международный фестиваль «Сверкающие грани театра». К нам присоединяется Андрей Торопов. Андрей, здравствуйте. Что интересного уже увидела публика? Здравствуйте, Мария. Ежедневно в городах области проходят спектакли, мастер-классы и перформансы. О самых значимых – далее. 18 сентября в Кемерово на Театральной площади прошел бесплатный мастер-класс по сценическому бою. 60 минут на то, чтобы стать Джеки Чаном, с артистом театра драмы. На мероприятии присутствовало более 100 человек. Час времени и энергичный темп настроил участников на быстрое включение в процесс. Тренинг по сценическому бою дал хороший навык партнерской работы, научил лучше понимать свое тело, помог развить равновесие, координацию движения, скорость реакции и весело провести время. И в рамках первого международного театрального фестиваля «Форума сверкающей грани театра» на Театральной площади прошел уличный спектакль «Легенда о реке Томе». Уличный театр «Бутафара» впечатлил зрителей красотой и необычностью форм. Постановку увидели более 150 человек. Артисты рассказали кемеровчанам историю о грозном князе Басандае и несчастной любви его дочери Тамы к воину Ушаю Наши. Тактильную экскурсию провели в музыкальном театре Кузбасса. В гости пришли читатели специальной библиотеки Кузбасса для незрячих и слабовидящих. Дети вместе с педагогами побывали на сцене и за кулисами посетили святая святых театральной гримерки, а также костюмерный парикмахерский цех, репетиционный зал. Ребята в буквальном смысле прикоснулись к театру, потрогали парики и шляпы, платья и костюмы, бутафорию и реквизит, приготовленные специально для экскурсии. Выходные в музее-заповеднике «Томская Писань» большой праздник собак и шестая авторская гонка на упряжках «Дух приключений». В этом году впервые пройдет бесснежная дисциплина. 65 каюров и более 100 хасок, самоедов, маламутов и метисов из Челябинска, Кургана, Барнаула, Омска, Кемерово, Новосибирска и других городов России поборются за кубок Урала и Сибири. Программа на 24 сентября. Мастер-класс с опытным ветеринаром, занятия по дрессировке, а также тематические фотозоны, игры, эстафеты на свежем воздухе, подарки. В 12:00 старт первого этапа. 25 сентября в 10:00 второй этап. Для гостей с часу развлекательная программа «День семейного отдыха» в честь Международного дня кроликов, который в Томской Писанице можно встретить повсюду. В Камерном театре современной поэзии «Литера» на Советском в рамках турне по Сибири единственный концерт даст испанский гитарист, художник Анхель Антальва. Сольная программа меланхолических баллад в стиле авангардного джаз-рока. Сочинение 8 лет путешествий по России. Выступление запланировано 23 сентября в 19:00. Фелтинг или мокрое валяние как вид искусства сейчас находится на пике популярности. В первую очередь благодаря уникальной способности натуральной шерсти принимать самые причудливые формы. Одинаковых изделий не существует априори. С филтмейкером по мокрому валянию встретилась Ольга Шарапова. О секретах мастерства смотрите на канале «Россия-24» в субботу в 12:00 в программе «Окультуримся».